В Атырау к финишу подходит реализация 5 проектов по развитию города общей стоимостью больше 20 миллиардов тенге. Они не только украсят областной центр, но и решат важную проблему с очисткой канализационных стоков. Виктор Сутягин продолжит. До 70 тысяч кубометров стоков смогут очищать в сутки в Атырау. Такая возможность у города появится в ноябре после завершения строительства комплекса канализационно-очистных сооружений. Стоимость проекта – больше 10 миллиардов тенге. Он включает в себя площадку головной канализационной станции, напорный коллектор неочищенных стоков, площадку очистных сооружений, а еще биологические пруды. После ввода КОСа в эксплуатацию полностью прекратится сброс неочищенных стоков на поля испарения, своим неприятным запахом многие годы вызывающих нареканий горожан. Канализационные воды, поступающие на сооружения, будут очищаться для вторичного потребления. Их можно будет использовать для технических нужд, для полива зеленых насаждений. А твердые отходы пойдут на производство удобрений. С не меньшим нетерпением ждут горожане завершения строительства Дворца молодежи и школьников. Четырехэтажное здание будет выполнено в неоклассическом стиле, с фальш-колоннами и балюстрадами. На цокольном этаже будут располагаться борцовский зал, залы спортивной гимнастики, баскетбола, легкой атлетики, художественной гимнастики. На втором – классы для изучения языков, музыкально-теоретических занятий, кабинеты астрономии, планетарии, театральные студии, музыкальные классы и классы для занятий ансамблей, репетиций хора и оркестра. Общая площадь здания 19 тысяч квадратных метров. На его строительстве занято 120 рабочих и специалистов. По плану мы должны были сдать дворец в эксплуатацию в 2020 году. Но работы идут с опережением, и поэтому сдачу намечаем в декабре этого года. Преображается внешний облик нефтяной столицы, становясь краше. В Атырау приступили к реконструкции набережной реки Урал. Такие работы не проводились больше 30 лет. Всего строителям предстоит заменить почти 2 километра набережной, которые перенесут ближе к воде. На новых участках установят детские спортивные площадки, скамейки и беседки. Благоустроят пирсы, пляжи, соорудят смотровые площадки. К лету завершится реконструкция главной площади города, носящей имя Сатая Махамбета. А на одной из новых площадей появится флагшток высотой 91 метр. Виктор Сутягин, Тимирлан Сузмагазиев и Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.